Вот так хочется. Ну, понимаете, на самом деле, когда существует кризис, по-другому, если у человека есть аппендицит, то даже если он будет смоктать самые вкусные леденцы, аппендицит не пройдет. Нужно вырезать. Поэтому тут может смена правительства действительно реально помочь. А иначе мы будем рассматривать и дальше, как агония происходит в государстве, и говорить, почему леденцы не помогают от аппендицита. Всех будет удивлять, но не поможет. Надо резать, не дожидаясь перитонита.